И снова моя хоечка цветет. Вот такая красота. Так набухли все бутончики на цветке. Вот такая красота цветет. В двух местах. Вот и вот. Тоже вот здесь вот будет цвести. Как интересно все-таки вот у нее соцветие. Интересно. Получается вот разбег. Одна вверху. А другая вот внизу. Вот такая красота. Красиво. И вот этот зацвел белый цветок на хлорофитуме. Такой большой. Красиво. И получается еще. Еще роза зацвела. Но это уже отцвела, вот это. Уже закрылась она. Вот это вот будет расцветать. Ой. Вот это будет расцветать тоже роза. Красиво. Олеандр все еще думает. Серединка у него. Только-только собирается. Всем привет. Но вчера вот такой крупный был большой цветок. А сегодня вот он уже закрылся. Уже собрался. Вот все лепесточки закрылись. Собрался он увидать уже. Декабрист еще нет. Еще не цветет. Но бутончик уже подрос. Бутончик стал побольше. Наверное 4 ноября расцветет. Вот, ну-ка, спатифилум. Спатифилум нет, не цветет. Такой стал красивый. Это тут уже отцвел цветонос, я обрезала. Ну, вот этот маленький, он много цветет. Он постепенно цветет и цветет и цветет. Иди не смотрела еще. Может, где бутоны появляются. Нет, еще нет, не появляется. Надо купить этот, как он называется, воск для фикусов. Воск купить. Этот тоже не цветет. Тоже еще не цветет. Всем привет, девчонки! Приветствую вас на моем канале, мой маленький домик в деревне. Мухи оттаяли. Откуда-то повылазили. Вот этот вот собрался тоже цвести. Вот бутончик. Здесь прохладное окошко, подоконник. Прохладно. Он такой вяленький. Ну, то, что я его залила, было. А бутончик выбил. Собрался цвести. Вот. Фикус так разросся хорошо. Вот этот... Должен вот этот листик засохнуть. И новый. Новый должно эту веточку дать. Денежное дерево, толстяночка. Такие дела, да, перстик? Такие дела, скажи, у нас. У нас все хорошо. Все хорошо у нас. Вот этот тоже белый будет цвести. Такая красота. Бутончики. Это что такое упало? Что-то упало. А вот этот еще бутончиков нигде нету. Ну, еще выдаст. И этот тоже не выдал бутончик. Сегодня у нас солнышко. Но прохладно. -4. Вчера ночью было минус одиннадцать было. Ладно, тут думала, что кто-то остался. Ладно, всем всего доброго, до новых встреч, пока-пока. Ролик коротенький, особо нечего показывать, нечего рассказывать.
здесь. Эти еще не цветут, не собираются пока. Ага, вот этот собирается. Розовый выбил бутон. Этот нет. Тут тоже нет. Этот тоже еще думает. Вот этот вот много бутонов. Ух ты, кактус колется. Вот, выбил бутон. Будет цвести рядышком тоже. Этот маленький должен тоже выбить. Кот уже побывал на подоконнике. Везде успевает. Вспомнила я, чтобы он зацвел, его на зиму надо будет в темное место убрать под кровать. Но там ошивается персик. Не перевернул бы он ничего. Такие дела. Осень морозная. Сегодня день бабушек и дедушек, или сегодня, или когда? Завтра, 28-го. 28-го день бабушек и дедушек будет. 28 октября. А так ничего не написано. 28-го.